Всем привет, друзья! Диатомовые водоросли у меня благоухают. Это так, мягко сказано. Не успеваю чистить стекла. Вечером чищу, а на следующий день такое ощущение, что не то, что не чистил их, а такое чувство, что неделю аквариум не чистил. Камни, понятное дело, я не могу каждый день чистить. У меня физически нет столько времени. Но раз или два раза в неделю прохожу зубной щеткой по ним. Пока толку нет. Через сутки то же самое, что и было. Параметры воды у меня как обычно. Нитрат до 5, ну 5 нет, вот до 5. Фосфат салиферовскими тестами не определяется, я его дополнительно капаю. Карбонатка сейчас, вот сегодня, 8,9. Подросла чуток, видно, все-таки камни еще немного фонят. В принципе, параметры воды нормальные, и кораллы себя чувствуют тоже вроде хорошо. Даже мой красный гриб, который после катаклизма все никак не мог отойти, начал расправляться и надуваться. А вообще как-то странно это все. Дискосомы считаются самыми простыми дубовыми кораллами. Но почему-то моя дискосома больше всего пострадала. Конечно, и сейчас мои грибы как-то не в лучшей форме, но уже выглядят значительно лучше. Все остальное медленно, но растет. Проблем вроде нет никаких. Вот это только коричневая зараза. Растет, конечно, очень быстро. Жду не дождусь, когда она пройдет. Ну, пока жду. Если через недели три не будет улучшений, вообще никаких улучшений, все-таки буду, наверное, покупать тест на силикаты. Есть у меня мысли, что, может, все-таки силикаты проходят через мою смолу. Ну, проверю. Если да, то буду уже как-то с этим бороться. Просто эта коричневая зараза садится даже на мои зонты. На камеру этого, конечно, не видно, но вот между полипами видно это все-таки коричневую пыль глазом. Но они, в принципе, растут пока у меня неплохо, я их изредка купаю. Они уже даже как-то под плашкой начали расти. Может, их нужно обрезать или еще что-то. Как вы боретесь вообще с разрастанием заантусов и политой? Просто отрезаете ненужные полипы или что-то еще делаете? Напишите в комментариях. Еще у меня появился новый гриб. Ну, не совсем новый, и не только сейчас он появился, но сейчас его просто можно более-менее снять на телефон. Надеюсь, сейчас его уже реально видно. Синяя моя дискосома дала детку. Детка чувствует себя нормально. На моем Дункане две новые головы вообще себе зашибись чувствуюсь, не злазить бы. Нормально растут. Кормить я их, конечно, пока не кормлю, они сами кормятся, но растут они действительно хорошо. Да и в целом, друзья, по аквариуму, опять же, чтобы не злазить, проблем особых нет, кроме этих долбанных диатомовых. Все потихоньку растет и радует глаз. Даже моя умирающая каулострея как-то непонятно себя ведет. То ей было как-то очень плохо, а сейчас вроде бы немного лучше. Ну, рано еще что-то, конечно, говорить. Три головы у нее паршиво выглядят сейчас, но не смертельно, мне кажется. А вот оставшаяся голова одна. Очень мне не нравится. Такое ощущение, что она на последнем издыхании. Как будет дальше, посмотрим. Я говорил, что когда ко мне приехала зеленая дискосома, на плашке был еще какой-то маленький грибок. Он был действительно настолько маленький, настолько крохотный, что если сказать честно, то я не был уверен, что то вообще какая-то дискосома. Было просто малюсенькое пятнышко на плашке и все, меньше спичечной головки. И это пятнышко было какое-то скукоженное. В общем, я опасался, что это на плашке не дискосома, а приехала ко мне эптазия. Положил плашку сзади и стал ждать. Было интересно, что все-таки это такое на самом деле. Все-таки я оказался прав, это маленький грибок. Цвет его пока непонятный, какой-то коричневый пока. То ли он на самом деле такой, то ли это потому, что он был в тени, не ясно. Куда-то его, наверное, прилеплю, пусть растет. А вообще есть мысль купить еще пару полипов неприхотливых зонтов каких-то. Недорогущих по миллиону за полип, а реально простых, пусть растут. Больше биомасса кораллов, тем лучше для аквариума. И еще есть одна мыслишка. Не совсем она, конечно, правильная, но думаю приобрести крохотный фраг мантипоры. Не листовой, а простой. Читал за нее. Вроде бы несложный коралл. Но пока не знаю, стоит ли с ней заморачиваться. В общем, думаю пока. Если кто держал в минике мантипору, напишите в комментариях, простой этот коралл или нет. И сильно она выжирает кальций из воды или нет тоже. Вот такое видео, друзья. Если оно вам понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Будет еще много интересного. Всем красивых аквариумов и пока-пока.